Куда поехать отдыхать в 2021 году? ТУИ и Казахстан открывают новый летний сезон направлениями в солнечную Хорватию и изумительную Черногорию. Черногория и Хорватия находятся на побережье Адриатического моря. Страны имеют небольшую сухопутную границу и еще не так давно находились в составе одной страны, и поэтому во многом они схожи. ТУИ и Казахстан является одной из ведущих туристических компаний Казахстана и Центральной Азии, которая была основана в 2001 году. Компания предлагает экскурсионный и пляжный отдых по таким направлениям, как Турция, Грузия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Таиланд и страны Европейского Союза. ТУИ Казахстан имеет обширную розничную сеть. В нашем составе работает 13 собственных розничных офисов, которые находятся в городе Ташкент и во всех крупных городах Казахстана. ТУИ Казахстан является частью ТУИ Russia NCIS. Как вы знаете, это международный гигант, туроператор номер один в мире. И, кстати, в этом году ТУИ Казахстан планирует отправить за рубеж на отдых около 200 тысяч казахстанских туристов. К сожалению, на сегодняшний день отдых в европейских странах, во многих европейских странах, недоступен не только для туристов из Казахстана, но и в целом для туристов всего мира. Но казахстанцам очень посчастливилось, потому что в начале июня были открыты прямые рейсы в Черногорию. Это замечательная страна, которая находится на берегу Адриатического моря. Кстати, рейсы будут выполняться два раза в неделю из Нур-Султана, из Алматы. Это удивительная страна с богатейшей, красивой природой. И, кстати, знаете, что важно отметить, что в Черногории нет производства, нет никаких промышленных заводов и так далее, что делает эту страну максимально чистой и экологичной. Особенностью отдыха в Черногории являются в первую очередь доступные цены. А во-вторых, это, конечно же, отмена визового режима для граждан Казахстана до конца лета, даже, по-моему, до начала сентября. Ну и, конечно же, прямые рейсы. Все мы знаем, что наши казахстанцы не очень любят летать транзитом через какие-то страны. И когда появилась такая замечательная возможность еще и на Air Astana совершать перелет в Черногорию, в Подгорицу, это, конечно же, очень радует. Что касается отелей, то многие отели работают по концепции All Inclusive, но я вам хочу сказать, что именно в Черногории лично я не советовала бы покупать отели с All Inclusive, потому что вокруг каждого отеля есть огромное количество местных ресторанов, баров. И цены там, кстати, точно такие же, как и в Казахстане, вполне доступные. Черногория – это молодая страна с огромным туристическим потенциалом. Мы постараемся показать все ее прелести. Прекрасные горы, достопримечательности, культуру и кухню. А остановились мы в четырехзвездочном отеле «Александр», который расположен в старой части Будвы. Отель «Александр» – это один из старейших отелей в Будве, со своей историей и традициями. Раньше это место было частью отеля «Славянская плаза», но спустя несколько лет отель отремонтировали и разделили. Отель «Александр» имеет большую площадь с тремя открытыми бассейнами, один из которых для детей, так как наш отель ориентирован на семейный отдых. У нас очень много развлечений для детей. Также имеется детский сад внутри и снаружи отеля. Для семейных пар наш отель просто рай, он нравится отдыхающим. Всего в отеле 187 комнат и апартаментов, 2 конференц-зала, так что у нас гости могут не только отдохнуть, но и провести важные рабочие встречи и мероприятия. Одно из преимуществ нашего отеля – это то, что наша команда шеф-поваров хорошо известна своими авторскими блюдами в меню. Поскольку у нас много иностранных гостей, широко представлена как местная кухня во всем ее разнообразии,
так и кухни разных стран мира. Отель «Александр» — это множество террас и зеленых зон для прогулок и отдыха гостей. И это его главное отличие. Ведь в современных отелях Будвы почти не бывает зелени. «Александр» находится на линии побережья, до пляжа всего 20 метров. Еще одной особенностью отеля является то, что это непривычное классическое здание, а постройка из нескольких вилл, каждая из которых носит название среднеземноморского растения, которых здесь насчитывается более 300 видов. Есть такие виллы, как лимон, тилия, сосна и многие другие. У нас было счастливое время до пандемии коронавируса. Наша команда аниматоров организовывала интересные развлекательные программы. Было очень много разных развлечений. Спортивные занятия, йога, пилатес, тренажерный зал. Вечерами туристов ждали музыка, танцы, разнообразные шоу-программы. В этом году мы ориентируемся на ряд ограничений, которые распространены повсеместно в сфере туризма. Но по мере возможности с соблюдением всех необходимых норм мы хотим организовать группы по нескольким направлениям – танцы, музыка, развлекательные программы для детей. Посетители отеля перед заселением обязательно должны предоставить ПЦР-тест с отрицательным показателем на COVID-19. На территории отеля стандартные для отдыха условия по соблюдению мер защиты от коронавируса. К примеру, на открытом воздухе нет необходимости носить маску. Однако в закрытых помещениях, таких как офис регистрации, конференц-зал, рекомендуется надевать средства индивидуальной защиты. Хвала, хвала вам! У Казахстан, мой волей Казахстан любим! Прошлый год был сложным, как для Черногории, так и для других стран. Но мы настроены оптимистично на предстоящий сезон. Мы провели большую работу, чтобы радушно принять наших гостей со всего мира в этом году. Мы предприняли ряд мер для обеспечения безопасного отдыха и сохранения здоровья отдыхающих, чтобы отдых в Черногории стал для наших гостей незабываемым. Надеюсь, этот год будет лучше как для нас, так и для других туристов. Черногория, чистое море и хорошие пляжи. Если этого мало, чтобы сделать ваш отдых незабываемым, вы можете превратить отпуск в настоящее путешествие. Можно побродить по старинным улочкам Котора, прокатиться на корабле по красивейшему заливу Европы, увидеть горы с удивительными пейзажами, осмотреть достопримечательности, которые расскажут древнюю историю этих мест. Черногория или Монтенегро. Монтенегро – это международное название нашей страны. Имеет население 630 тысяч жителей. Она расположена на юго-востоке Европы, то есть на Балканском полуострове, и имеет выход к Адриатическому морю. Сейчас, вот на данный момент, мы стоим над Будванской ривьерой. Город Будва является столицей черногорского туризма. И исключительная ее привлекательность обусловлена красивыми пляжами. Поэтому имеет такой статус туристическая Мекка. Да? Потому что здесь очень красивые пляжи, такие просторные, такие широкие пляжи. Например, вот под нами, да, внизу видно пляж Бечичи. Как мы говорим, все оттенки золотого. Пляж Бечичи – популярное место отдыха среди европейцев. Красота этих мест отмечена в 1935 году Гран-при на конкурсе в Париже, а также за высокий уровень экологии и безопасности пляж ежегодно удостаивается высокой международной наградой «Голубой флаг». Ну а на севере страны среди туристов популярны походы и кемпинги. По серпантинам люди взбираются на смотровую площадку, где открывается вид на Которский залив. Жемчужина и визитная карточка всего Черногорского побережья и вообще Черногории – это Святый Стефан, который видно там
это на острове, такой маленький островок, видите, красные крыши с таким перешейком. Святый Стефан – это место, которое очень любил Йосип Броз Тито, то есть югославский президент, да, пожизненный президент Югославии. И сюда приезжали и Софи Лорен, и такие мировые знаменитости, и Владимир Высоцкий, и Юрий Гагарин, и эти шахматисты Спасский и Фишер. То есть здесь состоялся вот этот известный шахматный матч. Помимо вот этих природных красот, помимо пляжей, Будва имеет очень богатую историю. Это тоже надо сказать, потому что городу насчитывается больше, чем 2000 лет. Его населяли древние иллирийцы, потом его населяли римляне, его населяли даже древние греки. То есть очень много было цивилизаций. Надо еще сказать, что архитектурный облик города чуть-чуть изменился после 1979 года, когда в Черногории произошло катастрофическое землетрясение. Это было 15 апреля в 7 утра. Вот неожиданно многие города на побережье тогда были просто дотла разрушены, в том числе и Будва. Но тогда не было еще столько построек, да, было несколько отелей, но старый город сильно пострадал. На реставрацию его потребовалось 10 лет. Не только Будве, но и Которо, и других городов. Случились камнепады там из-за землетрясения, потому что толчок был в Адриатическом море. Черногория в то время была в составе Югославии, да, поэтому быстро очень восстановилась из фонда федерации. Согласно Конституции Черногории, у страны есть еще одна столица. Это город Сетине. Здесь расположена официальная резиденция президента республики и Министерства культуры. В основном сюда приезжают взглянуть на действующий мужской монастырь. Туристы гуляют по живописным улочкам пешком, чтобы прочувствовать всю атмосферу города, потрогать руками и войти внутрь здания, хранящих тайну тысячелетий. Вот это Сетине, да, столица Черногории. Основатель этого города, это памятник его, Иван Црноевич. Город основан в 1482 году, когда Иван Црноевич построил дворец и храм, который был посвящен Рождеству Богородицы. С моей правой стороны расположен дворец черногорского короля Николы Петровича Негоша. Здесь правила династия 220 лет, Петрович Негош. И это была специфическая форма правления, потому что с начала 18 столетия в Черногории была теократия, то есть была объединена духовная и светская власть. Благодаря тому, что есть рейс в Подгорицу, для наших туристов открылась уникальная возможность посетить также Хорватию. Но для Хорватии нужно будет обязательно открывать хорватскую визу заранее. Здесь у нас в консульстве в городе Нур-Султан. И добираться до Хорватии наши туристы могут также на этом рейсе Алма-Ата-Подгорица, либо Нур-Султан-Подгорица. И из Подгорицы до Хорватии, до Дубровника ехать на трансфере около 3 часов. И на самом деле эта длинная дорога не должна пугать наших туристов, потому что она достаточно живописная, красивая, и просто все 3 часа ты наслаждаешься красотами этих двух невероятных стран. Хорватия также славится своим пляжным и экскурсионным отдыхом. Это также страна, которая находится на берегу Адриатического моря. В принципе, что в Хорватии, что в Черногории, одинаковый климат, одинаково красивая природа. Единственное, в Хорватии, конечно, цены уже немножко выше, абсолютно на все, потому что это более европеизированная страна, скажем так.
А теперь давайте познакомимся с главным курортом Хорватии – Дубровник. Это древний город на побережье Адриатического моря. Здесь не только можно окунуться в культурное, историческое и природное великолепие, но и провести незабываемый отдых «Риксос Премиум Дубровник». Поехали! У отеля действительно легендарная история с момента построения отеля в 1950 году. Во время войны с Югославией в 1991 году отель был уничтожен. В 2004 году наша группа выкупила его, и к 2007 году отель был построен заново. С того же года отель относится к группе отелей «Риксос». Как вы видите, «Риксос Премиум Дубровник» очень красивый и, я бы сказал, роскошный отель. Мы предоставляем широкий спектр высококачественных услуг, начиная от великолепной кухни и сервиса и заканчивая огромным количеством досуговых спортивных занятий, а это очень важно, особенно сейчас, в период пандемии. У нас есть, например, бильярд, теннис, футбол, плавание, акваэробика, йога. Все спортивные тренировки проводятся под строгим наблюдением фитнес-инструктора. Это самый красивый отель в Хорватии и самый роскошный отель в Дубровнике. Наша идея – это показать старый город, старый Дубровник в новом современном стиле. Для проживания гостей у нас имеются 310 комнат разных категорий – люксы, улучшенные номера. Есть разные виды комнат с релакс-зоной. Например, номера со спа-комнатой, чтобы ощутить море прямо в комнате расслабления. Также у нас есть отличный спа-центр, который был полностью отремонтирован в прошлом году. Это единственный спа-центр в Дубровнике. Он имеет некоторые особенности, такие как гималайская соляная комната и турецкий хамам, единственный в Хорватии, а также разные виды массажа по уникальным рецептам. Например, только здесь используется специальное смешанное масло по рецепту 12 века, который принадлежал старейшим семьям в Европе. И такие спа-процедуры очень нравятся гостям, особенно дамам. Вот главный ресторан. Здесь мы готовим нашим гостям местную еду. У нас есть собственные теплицы, в которых мы выращиваем отборные помидоры и другие овощи. Также мы используем в приготовлении наших блюд только местное мясо премиум-класса. То же самое можно сказать о морепродуктах. Мы используем наисвежайшую рыбу, устриц, моллюсков, которые вылавливаются ежедневно. И только лучшие продукты попадают на столы к нашим гостям. На первом этаже в вестибюле у нас есть ресторан «Уми Тепаньяки». Это один из ресторанов Тепаньяки в Хорватии. Также у нас есть хорошее шоу «Тепан-шоу», и мы также приглашаем гостей туда. У нас в пляжной зоне есть рыбный ресторан. Там подаются далматинские морепродукты. Днем у нас также есть закуски, которые состоят из морепродуктов. Там вы можете насладиться вкусной едой и пляжной атмосферой. Проведя менее одной недели в «Риксос Премиум Дубровник», вы полностью очистите свой разум. Вы станете новым человеком и будете наслаждаться морем, красивым и чистым. В Дубровнике есть все для обретения гармонии. Удивительная природа, красивые острова, бескрайнее море и органические продукты. Все это вместе позволит вам почувствовать себя здоровее, ощутить единение с природой, умиротворенность и даст небывалый заряд энергии. Work busy, hard time again. Многие путешественники, которые несколько раз прилетали в Дубровник исключительно поплавать и позагорать, весьма ошибочно полагают, что город не так уж богат достопримечательностями. Это совсем не так. В Дубровнике есть множество храмов, город-музей с многовековой историей, традициями и легендами. Самый старый и самый первый в Европе дом престарелых. Чтобы осмотреть все эти невероятные места, понадобится не один отпуск.
На данный момент мы с вами находимся на площади Пиле. Площадь Пиле, гейт Пиле. Это необыкновенная площадь, с которой открывается панорама одного из самых знаменитых бастионов, бастион, название которого Лавренос. Можете увидеть. Лавренос – необыкновенный бастион. Служил в качестве стратегии со стороны Запада. Стратегический пункт Дубровичской республики. Сегодня это необыкновенный бастион, который служит в качестве происходящих концертов. Таким образом, на территории Лавренса, на самой высокой третьей террасе, происходит представление Шекспира «Гамлет». Под специальным освещением, под факелами происходит это необыкновенное мероприятие. Этот сегодня бастион также знаменит. Почему? Потому что Дубровник привлек в последние года огромное количество туристов. Почему? Game of Thrones, Игра престола. Поэтому здесь снимался знаменитый сериал Game of Thrones на территории бастиона Лавренос. И Дубровник привлек не огромное количество туристов именно по этому поводу. История Дубровника началась в VII веке, и уже несколько веков спустя ему удалось достичь невероятного могущества. Продуманная политика и активная торговля в Адриатическом море возвели его в один ранг с Венецией. По-настоящему зрелищным Дубровник становится к середине лета. С 10 июля по 25 августа здесь ежегодно проводится международный фестиваль, и город превращается в театральную сцену, на которой представлена европейская музыка, театр, танцы, кинофильмы и живопись. Позади меня находится бастион Бокар. Бокар. В переводе «бокар» – это «бокал». Он полукруглый. Это бастион, который входит в состав крепостной стены. Стена, крепостная стена, которую вы видите с противоположной стороны, ее продолжительность по параметру 1940 метров. Самая высокая точка – 25 метров. Крепостная стена, которая служила местным жителям в качестве защиты, строилась в период с 13 по 17 век. Необыкновенный город – Дубровичская республика, сегодняшний Дубровник. Это необыкновенный город, это жемчужина Адриатика. Поэтому Бернард Шоу, который здесь побывал неоднократно, сказал фразу, которая стала крылатой во всем мире – «Хотите рай на земле? Приезжайте в Дубровник». Это действительно так. Необыкновенный город со своей традицией, со своей культурой, со своими богатейшей историей – это сегодняшний Дубровник. В Дубровнике проживает 50 тысяч человек населения. В основном население – хорваты, католики. Католики, здесь католицизм, небольшой процент православия и ислам. Но в Дубровнике до сих пор находятся и католические костелы, здесь и православный собор, мечеть и вторая по старости синагога в Европе. В этом году туроператор «ТУИ Казахстан» впервые формирует туры в Черногорию и Хорватию. И в этот летний сезон мы планируем отправить на отдых около 10 тысяч казахстанских туристов. В каждый турпакет в Черногории и в Хорватию входит авиаперелет прямой Алматы, Подгорица Алматы, либо перелет из Нур-Султана. Входит проживание в отеле, входит трансфер, это встреча провода в аэропорту. Обязательным условием является оформление медицинской страховки. Также в состав турпакета входит туркод. Это гарантия возврата казахстанского туриста на родину в случае любого возможного форс-мажора. И, кстати, также мы каждому туристу дарим в подарок ПЦР-тест, который необходим для посещения этих двух стран при вылете из Казахстана. Сравнивая два балканских государства, стоит сразу уточнить, что в обеих странах есть море и благоустроенные пляжи. Песчаные и мелкокрупногаличные в Черногории и бетонные и галечные в Хорватии. Оба побережья относятся к Адриатическому бассейну и находятся под влиянием среднеземноморского климата. Самый жаркий период и в Черногории, и в Хорватии – июль-август. В это время на побережье становится особенно многолюдно.
На морских курортах созданы условия не только для спокойной релаксации, но и для активного времяпровождения. Занятия дайвингом, серфингом, катание на водных лыжах и катерах. А достопримечательности и впечатления вам хватит с головой в каждой стране. Прилететь в эти чудесные края высоких гор и молчаливых озер можно в любое время года, получить заряд положительных эмоций и вдохновиться на новые туристические открытия вместе с ТУИ «Казахстан».